халапеньо Байкер Билл. Это халапеньо названо в честь байкера Билла Хуфнагла. Это высокоурожайный, довольно крупный халапеньо. Вот с такими вот микротрещинами. Вот так он выглядит в зеленом еще незрелом состоянии. Срок созревания такого перчика от 75 до 80 дней. Острота от 15 до 20 тысяч. Высота куста может достигать от 50 до 70 сантиметров. Отличный сорт для маринования. Этот перчик собирает, как и все халапеньо, еще в зеленом незрелом состоянии. Сорт высокоурожайный, я уже говорил. Очень-очень большое количество на нем плодов. Вкус у этого перца пряный. Стенки очень толстые. Плоды могут достигать до 8 сантиметров в длину. Очень и очень плотный. Мне больше всего нравится, когда он полностью красный. У него более насыщенный вкус. Он более ароматный. И довольно острый. Острота, как я уже говорил, от 4 до 10 тысяч скобелей. Отличный сорт. Можно выращивать его как в открытом грунте, в теплицах. Также можете выращивать его и на подоконнике. В небольших горшках. Для такого перчика хватит вполне 6-литрового горшка. Этот сорт многолетник. Так что можете выращивать его до 5 лет. С каждым годом урожай будет постепенно падать. Так что желательно, конечно, собирать с него семена и каждый год высеивать заново, чтобы этот перец давал вам большие урожаи. Очень хороший перец. Всем советую. Вот на одной веточке, смотрите, сейчас вам покажу. Вот одна веточка. И сколько у нас тут их? 3-5 штучек. И на остальных ветках также точно. Смотрите, сколько их тут. Просто нереальное количество, большое. Так что советую, ребята, выращивать такой сорт у себя дома. Он не занимает много места. И тем более, высота не очень большая, от 50 до 70 сантиметров. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.